Печальная весть. На 86-м году ушел из жизни народный поэт Карачаева-Черкесии Назир Хубиев. Его творчество на русском и карачаевском языках известно далеко за пределами республики. Многие стихи входят в школьную программу по карачаевской литературе. Али Баташев о жизни и творчестве поэта. А вершины все ждали хозяев прихода. И степей побелели печали своей. А из глаз тосковавшего горько народа лились слезы надежды во мраке ночей. В небольшом отрывке из баллады «Карча» – любовь к родной земле и живущим на ней людям, боль депортации и радость возвращения карачаевцев на родину. Поэт родился в 1934 году в ауле Верхняя Тиберда. Окончил филологический факультет Карачаево-Черкесского государственного пединститута и высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького. Первые стихи были напечатаны в 1955 году в Киргизии. Став известным, Назир Яхьяевич вел литературное объединение «Юный поэт», где учил детей любви к слову, умению выражать мысли и щедро делился воспоминаниями о пережитом. После возвращения из Средней Азии, наверное, возвращение был самый радостный день, а сегодня второй день. Это родной аул, по которому я тосковал. Большой успех имел сборник стихов «Всадник», вышедший в московском издательстве «Молодая гвардия» в 1971 году. Назир Хубиев – один из тех, кто не даст остыть огню родного очага и литературы, говорил Кайсын Кулиев. В последние годы Назир Яхьяевич выступал как автор очерков, эссе, воспоминаний. Он награжден орденом дружбы, медалью за доблестный труд. Самое главное, его творчество помогает нашему народу знать свой язык, культуру, традиции, обычаи. А это очень важно. В наше вот такое время, чтобы именно настоящим образом воспитать человека. Его стихи являются и патриотическими, и лирическими, и душевными. Назир Яхьяевич сам, вы знаете, бесподобный человек. Назир Хубиев – автор 20 сборников стихотворений. 15 изданы на карачаевском языке, 4 на русском в Москве, 1 в Киргизии. Произведения входят в университетские программы литературы народов Северного Кавказа, в школьную программу по карачаевской литературе. Али Баташев, Аслан Баташев, «Вести Карачаева-Черкесия».